Анна, вы были во Франции? Да, Ваше Величество. Я не писала вам не за тем, чтобы обидеть, а наоборот, чтобы защитить себя от разочарований. Вы женаты. Однако ваша щедрость тронула мое сердце, и я решила написать. Мне так понравился великолепный браслет, что вы подарили мне, что мне даже не хочется его снимать. Он станет частью моего тела, что вместе с сердцем будет ждать скорейшего возвращения вашего величества. Я думал, что запомнил, как вы прекрасны. Вы предложили мне стать вашей любовницей. Одной, единственной, которую я буду чтить более других. Да, сэр, но вы женаты. Чем я могла огорчить вас? Вы не смогли дать Англии наследника? Надеюсь, у вас хватит храбрости выступить против меня. Анна Болейн, потому что я буду сражаться с вами до конца. Выйдите за меня. Все это ради сына? Ради любви. Да простит меня Бог, ради вашей любви.